Снова кошмар? Да. Ты правда доволен своей жизнью? А почему нет, твоя мать? Что ты знаешь о компании «Вспомнить все»? Не суйся к ним. Со своим разумом шутить не стоит. Добро пожаловать. Первый раз. Ваши фантазии мы превратим в память. Вы можете быть кем угодно. Знаменитым спортсменом. Секретным агентом. Да. Счастливого пути. Что-то не так? Вытащите иглу, пока не поздно. Зачем ты пришел? Стой! Зачем? Федеральная полиция! Эй, стой, стой, стой! Это какая-то ошибка. Я не шпион. Руки за голову, быстро! Хочешь меня убить? Тебе начисто стерли память, а вместо нее вживили в сознание несуществующую жизнь. И, кстати, вряд ли ты догадываешься, что будет, если я захочу тебя убить. Садись. Я тебя везде искала. Все. Если я не я, тогда кто же я? Вы не очень доверяете своей памяти, да?